О развитии туристической отрасли в России, новых деловых связях с другими странами и внутреннем туризме. В Москве в экспоцентре проходит международный форум «Отдых», собравший представителей туроператоров России и зарубежья. Форум-выставка объединяет более 10 тысяч профессионалов отрасли. На одной из площадок красочно представлены колоритные культурные традиции Республики Мариэл, природные красоты и современные достопримечательности. Это хорошая возможность обмена опытом, новых знакомств. Туроператоры, которые принимают участие в делегации, ездят, представляют турмаршруты нашего региона, дают всегда обратную связь о том, что заключаются, если не контракты, то хорошие договоренности. Появляются новые варианты для налаживания рынков сбыта турпродуктов. И в целом регион представляется на высоком уровне. Это всегда возможность показать себя, свой турпотенциал. То, чем мы гордимся. Кроме известных достопримечательностей, в этом году наши турагентства представляют на выставке новые маршруты по столице республики и районам, а также множество сувенирной продукции. Большой форум – это уникальная возможность протестировать новые турпродукты, получить поддержку, а также в рамках дискуссий и деловых сессий изучить новые тренды туристического бизнеса, потребности сегодняшних потребителей, как российских, так и зарубежных.